задержал. Сразу тут замок на двух. Вот, да. Еще даже больше. Чуть-чуть мгновение тоже Резко тебя.
Присесть вот так и нажать, да, на эту часть. Ну, давай еще.
Подошел. Торопится, Сергей. Я сделал как Сергей. Сейчас я подойду. Вот, вот не так высоко. Вот, дальше мы приплатим. А дальше отстал. Если мы делаем назад, то вот это будет круто.
не сюда колено лево, а туда назад. За счет знаешь чего? За него зацепиться просто, за шею и за колено. И будешь висеть, как под первой весной. А голову вон туда просунуть. Давай. Надо. Вот сейчас классно. Голову не Thank you.
Посмотрите. Идет та же двойка, боковой, и да. Тоже идет уклон, только ногу вы заносите, смотрите куда. Сюда. Делает полноценный удар. Теперь посмотрим, что там получается. Медленно. Оставь ногу. Давай еще раз. Вот на этот приставленный поставь. Вот вы ногу поставили сюда. Вот можно вперед это сделать. Но обычно человек упирается за счет некоторых мышц. Да, да. Но здесь же идет боковой удар. Еще. Так же? Этот боковой удар. Вы себя колено удерживаете. Кто боковой удар постоянно хорошо отрабатывал, да? Он знает, что когда вы эту ногу сворачиваете, эту приходится колено придерживать. Чтобы вот таких вещей, да, не было. Угу. Ну, да? Да? Колено же придерживает. И вот этот момент, когда он сворачивает, здесь образуется хорошее напряжение, в котором мы сможем его положить. Знаете, какое напряжение? Вот бывает в школе вот так вот стоит, книгу читает. Вот мы, помните, в школе вот такие вот вещи делали? Да? То же напряжение. Вот, давайте еще. И это вот напряжение сворачивает этот. И вот в момент, когда пошла двойка, это напряжение становится легким для броска попа. Найти нужно время. Получится удар берцовыми костями. Да, нам сейчас люфта нету, и уже сразу получается. Вот смотрите, чтобы избежать этого. Вот правильно, если ты повернешь. Вот так сразу заходишь. Отойди вот так, чтобы потом здесь выставаться. А если еще раз зашел? Не-не, не знаю. Вот, теперь ты сделаешь. Или поднёшь и пока, потом нет, сделай. Я понял. Здесь тоже, смотрите, фумикая как идет. Вот он делает туда, вы ушли фумикая, и на второе движение вы с этим же наклоном заходите туда, и все. Опять руку. Ну что, но уже лучше понимание появляется. Посмотри, скажи, где мне положение корпуса. Ошибка. Вот стоп. Широкая стоп. Вот теперь нормально. Давай. Все хорошо. Все. Так, значит, что тут стоит-то, да? Изначально. Сразу, вот ноги чуть шире, получается все движение вот такое вот. Значит, исходная стойка. Вот видите плотность какая? А если вот так вот будет, прямо на перцовые кости попадает. Вот так вот, ничего не происходит, видите? Переднюю ногу.
Теперь делать так, вот он уже быстро бьет, старайся вот это там движение. О! Работает. Да, на второй уровень не обращай внимания. Все, под первый. Первый ушел и пошел. Понимаете? Это же, вот вы положили его, уже нога у вас. Понимаете? Вы уже что-либо можете делать. Вы можете эту ногу уже хватать отсюда. Понимаете? Вот эта рука надается. Колено прямо хочется ударить, так? Поэтому ваше действие, вот он бьет колено. Да нет, резко. Вы тазом должны, таз должен уйти тенкай. Вот он. Бен-бен. А вот эта рука, заходит на штаб. Штаб превращается в крюк. Вторая рука уходит сюда. Одним движением. Сама нога уходит по касательной с маленьким градусом. Если будет большой градус, вы в руку получите, понимаете? А если с маленьким, то у вас получится вот такая вот, вот такое скольжение. Можно и здесь скольжение сделать, а можно с проносом сделать скольжение. И положить аккуратно, и произвести добивание. То есть не только рукой можно, вот эту обтекаемость его, поняли, да? Про вот эту обтекаемость говорю. Сейчас вот рукой вот эту обтекаемость сделать. Сюда заходите, не вот так вот заходите. Мизинец, берегите всегда, потому что он может выбиться. Поэтому вот таким образом заходите, чтобы вот так прошло. Вот этим местом встречайте, одна внизу. Смотрите внимательно. Одно движение может сразу же парализовать противника со стандартного. В борьбе запрещено это делать, потому что идет давление на шею, вращение головы и этот как локоть. Смотрите, как локоть хорошо взять. Будете вот так просто давить, крепко держи. Подойдите поближе, вот, а то вы не поймете. Потому что вот именно вот здесь и прячется вся собака, даже здесь. Крепко держи руку. Видите? Почему-то сейчас и не получается. А так до этого я-то хорошо сделал, так ведь? Потому что вы давите в одну линию. А если вы будете вращать и давить, а еще напряжение вот этих вот всех, всей мускулатуры снимите в подбородок, то он уже у вас, видите, в каком положении. Потом помните вчерашнее, он уже все. Хотите болевой делать, хотите добивание делать, хотите сядьте с колена ударить, хотите ляжьте на себя, потяните. Они давят просто на локоть, и не получается. А если давить с вращением, еще раз можно, вот крепко держи руку, давить с вращением и сюда, то, конечно, все будет хорошо получаться. То есть, видите, мы, помните, вот те движения, которые делали, они нам помогли. Мы в критическое положение согнули его позвоночник за счет локтя, за счет подбородка. Вот и произошло ваше движение вот такое. Смотрите. Эту руку, видите, вот здесь ложбинка есть. Ложбинку раз. То есть легкие движения, вымеренные. Какие вопросы? Голова просто так или чуть-чуть вот это самое? Не-не-не, можно вперед. Просто вперед. Нам самое главное, даже если вы не в подбородке это взяли, а вот здесь на голове, оно все равно работает. Видите? Здесь вы сели. Он у вас в болячке изначально. А этих стандартных вещей много. Сам свалился, я не чувствую. И сел. Все. Как вчера? Как я? Все. Все.
сил, ниже головы, обратно сил. Ты должен идти за мной. Держать его плечом. Изначально. Изначально держишь, изначально его держишь, чтобы рука не вышла. Он уже в порядке, чтобы бой закончил. Есть такое понимание, щемеру называется. Смотрите. Вот вы взяли вот сюда вот по кругу и плотно зажали. Вот это вот место плотнее зажать. Будете плотно держать, он уже, видите, как согнут. Да. Все. И этот локоть удерживается до последнего. Если будет нужно давление на локоть, посмотрите. Держите грудную клетку вот так перчаткой, чтобы она не поднялась. А здесь просто присаживайтесь. И получается болевое. Имейте в виду, он должен быть контролируемым. Никогда уже вот статическое движение, когда он вас схватил. А вот только он лезет рукой за шею. За шею, за шею. Раз, да, и по-быстрому он делает. То есть вы его сразу подлавливаете. За счет какого движения? Посмотрите. Вы помните, у нас у Вауке, да, блок? Вот у Вауке взяли. Вот если вот в этой части поймали, он же вот за шею лезет, вы его поймали. Вот здесь руку протяните, а вот эту на его место, где вот было, да, манипуляция рук, эту возьмите. А я кулаками делаю, смотрите. То есть это работает. Конечно, в перчатке вы так не будете держать. Все равно у вас есть вот этот вот крюк-зазор, да? Поэтому вот этот крюк как раз вот сюда вот и ляжет, а этот подхватит. И если этого будет не хватать, смотрите, что делает нога. Вы уже увели его, и она растянулась, видите. Ломаешь. Нет, сразу так. Раз, два. Вот так же, да, пойдет? Вы здесь увлекетесь, а он вам уже не будет. Борис, не давай это сделать. Он уже вам... Во-первых, он уперся той рукой. Вот, отпусти-ка ее сейчас. Вот если бы она была вот так свободна, вам бы и легче было делать. А вот он уперся и помог вот этой мускулатурой по кругу, где вот эти вот части, уже эта рука окрепла, видите? Теперь как же это обойти? Вы в сторону от второй руки убегаете, и пока вы убегаете, вы делаете прием. Этот тянет, а потом этот, они вместе. То есть у вас вот оно движение, смотрите. Вот видите? Вот так. Посмотрите, манипуляция. Когда идет за шею, он руку всю вот так не будет вытягивать. Борцы так не отдают же. Да. Вот заходит. Да. Да. То есть уже она согнута. Понимаете? Она уже согнута. Вы всегда легче это сделаете. Вот так. Да. Вы уже попались, да? Вот смотрите, вот этой рукой. Конечно, вы можете уже вот здесь заготовку сделать, видите? Если тело нужно сюда и в сторону. Вот теперь вы взяли. Но у него, не забывайте, помните, мы говорили, вот плечевой сустав, он уплется вот так вот. Вот отпусти вот эту руку, отпусти, я возьму и уплюсь. И не дай сделать. Видите, он помогает той рукой, мне тяжело сейчас делать. Поэтому я должен уйти от этой руки. Каким-то образом я должен уйти, тогда он будет работать. Вы нормально зацепили. Он уже больной. Да, медленно теперь. Но если он уже схватил вас, и рукавой согнулся, вы здесь как вынырнете? Обычно даже локоть стараются сюда прижать. Все, здесь уже вы не вынырнете, нужно будет вот эти приемы делать. Ныряем. Вот этого не хватит. Вторую руку просто сюда зажимайте, вот просто. И вы же в перчатках. Вот эта нога идет на болевой. Все, там больше ничего нету.
дальше туда что-то дать. Сайдуем, сайдучок. Подуем, подучок. Председатель Кунио Ичигуро получил орден атамана Платова из рук генерала-лейтенанта казачьих войск Алексея Зимина.